Сумасшедший декабрь казанского «Зенита» подошел к своему завершению. Последним испытанием для казанцев стал гостевой поединок против «Локомотива». Заснеженный Новосибирск частенько стоит в пробках. Вот и в этот вечер «Зенитовцы» на дорогу от отеля до спорткомплекса «Север» потратили 75 минут. А Владимир Олегна был вынужден отменить предматчевое собрание, чтобы игроки имели полноценную возможность для разминки. Ну, это вообще отлично. Домой приехал. Я привык. Я ехал сегодня нормально. Час едем, я веселюсь. Пацаны там паникуют. Мне весело было. Я привык, что... Состав «Зенита» выглядел вполне привычно. Леон Андерсон, Михайлов Будько, Вольвич Гуцалюк и Алексей Вербов в роли либеро. А вот наставник «Лока» Пламен Константинов не мог рассчитывать на помощь основного связующего Арслана Экши, который испытывает проблемы с коленом. Вместо него на площадке появился молодой Иван Лукьяненко, а пару доигровщиков составили Дивиш и Родича. Там откачали у него от колена пол бутылки жидкости вообще. И сегодня уже, конечно, после игры с Питером опять набрало жидкость колено, и надо смотреть его хирург. Кроме связующего, в последнее время там трудно определить, кто первый, кто второй. Играют все в «Локомотиве». Это есть плюс, это не недостаток. Именно усилиями Алексея Родичева железнодорожники на протяжении первой партии держались вровень с казанцами. И это несмотря на провальную игру Георга Грозера. После удачного блока Смоллера «Лука» и вовсе впереди – 20-21. Но казанцев в этот вечер выручала хорошая подача. Вот и в решающий момент сета серия от Вильфреда Леона и самоотверженная игра в защите позволили выиграть 5 очков к ряду, а вместе с ними и первый сет. 25-21. Бросилось то, что мы их сегодня выбили с приема. Блоком очень хорошо мы сыграли. Были какие-то недоработки. С Казанью сложно играть. Команда, я считаю, сейчас, несмотря на то, что они прилетели с клубного чемпионата мира и демонстрируют сейчас хороший волейбол. Это точно был не вечер Георга Грозера. Минус 4 для немца и всего лишь 25% реализации. И вполне логичное появление на терафлексе капитана «Локомотива» Николая Павлова. Но переломить ход встречи хозяевам не удалось. Вновь камнем преткновения стали подачи «Зенита». Точнее, в этот раз планеры Артема Вольвича конвертировались в два эйса и множество брейковых мячей. В этот вечер «Зенитовцы» действовали заряженно и собрано и не предоставили шансов соперникам. 25-19. Не вышла у него игра. Я-то его немедленно не заменил, ждал и первую, и вторую партию. Бывают такие дни, просто у него ничего не получалось. Бывает, что делать. Все, которые вышли, постарались. Знаю, где-то есть тысячи мест, но я счастлив именно здесь. Знали, куда мне идти, столько людей, не знаю, где они теперь, но у меня... Хорош. Третий сет также прошел под диктовку казанцев, которые не стали затягивать эту встречу. По 12 очков от Андерсона и Леона, а также 17 от самого результативного игрока матча Максима Михайлова. 25-21 в третьем сете и 3-0 в матче. 12-я победа в 12 декабрьских поединках для казанского «Зенита». Всем понравится, не выйдет, есть такие, кому стоит объяснять все только силой. Очень рад, что мои ребята подарили хорошее настроение. На Новый год. Нет вопросов. Всех с Новым годом. Три партии по одной и той же самой схеме. То идем очко в очко. И в концовке просто Казан добавляет 1-2 мяча, которые могут решить или повернуть, или оставить нас в борьбе за партию. Казань более классная команда. И это она показала, говорим только о словах, но показывает и на площадке. Я считаю, что они показали класс. Вот это была разница. И есть такое небольшое успокоение, что мы на Новый год уходим с хорошим настроением, что многое что получилось. Опять же, это если клубный чемпионат мира вспоминать. Кубок, суперкубок. Начали вроде выигрывать, все хорошо, и темп набрали, и всех себя хорошо чувствуют. Поэтому настроение отличное, если честно. И ждут нас выходные, наконец-то. Будем стараться что-то сделать, чтобы в новом году было
получше. Поздравить с Новым годом, пожелать в новом году терпения, везения, любви, удачи. Ну, в общем, всего, не только с Новым годом, и с Рождеством, которое скоро будет. И увидимся в следующем году. Каждый день превращаю я в праздник, братан. Пуф! А моя кокопиан. Наверное, сейчас уже можно подвести итоги. Последний месяц 2017-го выдался сумасшедшим, но сверхуспешным. 12 побед, Кубок России и долгожданный титул сильнейшего клуба мира. В этом году казанцы установили новый рекорд, завоевав 5 трофеев. Сейчас зенитовцы уходят на краткосрочные новогодние каникулы. Пусть и усталыми, но в отличном настроении и с лидерством в турнире таблицы чемпионата России. Следующий матч казанского «Зенита» — это эль-классика отечественного волейбола. В гостях против Белогорья 7 января. Ну а пока вас ждет несколько новогодних сюрпризов на ZTV. С наступающим Новым годом вас, лучшие болельщики! Господи, что у тебя камера в чем? If you like what you see, subscribe to our YouTube channel and comment below. Thank you. Cool. Знаю, где-то есть тысячи мест, но я счастлив и